Все, наверное, знают, что есть такой интересный экзотический музыкальный инструмент, который называется маракас. И сегодня у нас их на видеообзоре аж два. Точнее, это такой ручной маракасик, совмещенный такой с ручкой. Здесь две играющие поверхности. Отлично подойдет деткам, потому что его удобно держать. Украшен такой красивой расцветкой, вручную расписан. Индонезийское производство. Звучит примерно вот так вот. В принципе, вещица недорогая, можно купить парочку таких вот, сразу с двух рук играть. Очень интересная, заходите в интернет-магазин «Купи сувенир», находите такие вещи и покупайте. Спасибо.